Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня с вами Тайвань, и мы посмотрим, что же у нас поменялось по акциям, что интересного появилось, не появилось. На английском и на русском сервере сегодня тоже обновление будет. Ну и, конечно же, забежим на iOS-ик наш. В общем, поехали. Тайвань, смотрим, что у нас интересного по акциям. За найм. Это вчерашняя акция, которую нам давали за один самоцвет. Посмотрим, будет ли она на русском и на остальных серваках. Так, большие паки. Что у нас интересного? Вот, кстати. Дают уже не 8000, а просто 8. Вот для чего они ввели. Не для того, чтобы мы экономили, чтобы у них все влазило вот сюда. Не 8000 прописывать, а просто 8 сундуков. Вот и вся правда, ребят. Просто жесть. Так, окей, с этим понятно. Здесь ничего нету. О, вот. Новый пак, только здесь девятые, не десятые сумки. Ну, я не знаю, 100 пробирочек зеленых и 100... ну, это книги типа пэтов, непонятно. В общем, вот так вот. Это не книги пэтов, это просто обычные. Ну, не знаю, не знаю. Стоит ли оно 50 баксов? Честно говоря, это вот эти и эти... Фармится просто отлично. Оккультист только уже не стоит. А, ну, это Тайвань, здесь дороже все намного. Так. Сумочки. Сумки патов. О, ничего себе. А, вот такой еще пак есть. Скин. Скилл. 400 на Зефира. Ну, в принципе, вот этот пак того стоит. Вы получаете 10 новых итемов, то есть с этими итемами они увеличивают шанс, ребят, получить мутированного героя. То есть вот так вот. Это для мутации. За донат. IGG. Красавчики. Убиваете всю игру. Почему за донат? Для чего? Ну, я вам вчера показывал. Посмотрите про пэтов, как их качать. Был видосик. То есть можно выбирать за таких питомцев, как бы тратить излишки, это все добывается в КБшке и в командных подземельях. И вот, вот эти вот кристаллы, которые вроде бы тоже должны у нас падать падать с подзем... ну, с командных, я не знаю, может падают, напишите в комментах, кому упали, но, как видите, здесь, к сожалению, пока не за донат. Не знаю, я не бегал, честно говоря, я не выбивал, но я сомневаюсь, что там такой прям будет мега шанс. Поэтому вот так вот. Так, окей. Что у нас еще интересного есть на Тайване по акциям? Сейчас посмотрим. Ну, в общем, все как и ожидалось. То есть просто так мутировавшего вы не получите. Я не знаю, как мне повезло, что у меня вообще есть два питомца вот этих, один уже третьего левела. Мы качали вчера его. Здесь прокачка скилла идет. Вот так вот, ребят. Ну, а это его атрибуты, которые передаются герою. Что у нас сегодня по найму? Ну, такое себе. Так, что тут еще интересного есть по акциям? В принципе, интересного нет. Окей. Светится. Это могу собрать. Кого непонятно. Ладно. Окей. Поехали на английский сервер. На русском еще, наверное, идет обновление. Написали до 10 по МСК оно будет. Посмотрим, что у нас делается. Видите, до 10. На английском сервере. Там обновление будет через час только запущено. То есть русский сервер, скорее всего, быстрее включится, чем английский. Это было раньше, в принципе, на русском. Будет быстрее обнова. Так. Смотрим. Что у нас тут интересного сегодня есть? Бонус дали мистич, ничего интересного. Buy Games Daily. Я не помню, что это за акция даже.
А, все. Ип, Smash and Win молотки и апдейт. Понятно. Карточка. Остров. Прям мега удача, один зефир опять. Так, с этим понятно, поехали рынок посмотрим. Да, на рынке большого пака нету, значит они сюда влепят что-то сразу же в день обновы, чтобы его разбирали, как обычно. Вот за 10 баксов Огник, Космо, Некрос, землеройка свален, еще и на Зефира 50. Ну, почему не брать? О, внизу паки. Вот тут ребята спрашивали за паки со скинами. Вот неплохой пак со скинами. Смотри, сколько сразу же посмотреть составом аккаунта делается. Так, такой пак. За сотку пака тоже нету. Его тоже введут. Будет два пака. Один там, который 5 раз, и один обычный. Так, за двадцатку. Кстати, накопить рунок. И найм. Им воспользуемся уже после обновления. Друид. Вот так вот. Так, хорошо. Поехали на iOS, сбегаем. Посмотрим, что там у нас интересного есть. Сейчас я загружу. Так, вот наш AS-сервер. Смотрим. Так, вошли, забрали люки. Смотрим, что по рынку у них. Ну, по рынку, видите, у них эфир продается. У них еще обновления не будет. Ну, те же самые плюхи, которые и на английском сервере. Так, ратушу достроили. Это радует. Надо теперь золото и ману хранилище строить. Улучшить. А ты у нас иди сюда. Так, смотрим, что по акциям. События. Карта богатства. Понятно. Парящий остров. Чик. Кагашечки. Блин, неплохо кагашки падают. Это радует. День замка Лади... О, ребятушки, настолочка, как обычно. Блин, просто жесть. Магическая рулетка, настолка, купон. Ну, вот это вот просто кайф. 20 по 20. Все-таки один день сделали. Что мы сегодня можем получить? Рогатку. Ну что, let's go! Давай, бро! Блять, ну почти, почти мы получили вольта, блять. Вот не везет, вот не прет, блин. Сколько уже играю, вот плюс магическая рулетка, это купон. Ну, конечно, его похерили. Раньше он был намного интереснее и лучше. Кручу-верчу. Огонь, ребята. Посмотрите, как здесь у меня с эмблемами уже прокачан аккаунт. Офигеть просто. Следующие изменения. Окей. Собираем плюхи. Возможно, забрать. Значит, делаем так. Идти. Я, кстати, я ж тут могу качнуть теперь героем нормально. Так, десятка, десятка. У меня тут герои уже прокачаны, у меня некому десятки качать. Обалдеть. Ну, придется героев, наверное, качать на арке демона, я не знаю. Атлант прокачанный. Афинка, укрот, черепа. Бессмысленно. Просто жесть, ребят. Так, давайте что-то пооткрываем такое. Вот это AS-сервер. Это только для тех, у кого есть iPhone. Посмотрите, какие у меня плюхи валяются. Это еще даже не все. Забрать. Поехали, откроем ваши подарки. Чик. Достаточно места. Значит, чик. Блин, раскол восьмой. Изворот. Ну вот что еще надо? Вот скажите. Даже пятые с этой ладушки валяются.
Вот вуаля, железка, ну, ложное такое себе. Да даже та же самая железка, лабиринт. Так, ну... Инзик. Просто кайф. Вот кайфую от этого сервера. Обалденный сервачок, как по мне. Так, окей. Чик, забрали. Надо приготовить самоцветы на роллинг на завтра. Такс. Так. Позабирали. Сейчас покажу вам, что у меня по эмблемам творится на этом сервере. Эмблема, ребят. Смотрите, что у меня делается по эмблемам. 16 эмблем всего. Ну что, посмотрите. Ремка, железка, исцеление, СО, пакт 9, рвение. Вот это все фактически за там 2 недели игры, не напряженной игры. 9 борец. Ну, что вы на это скажете? Вот это вот реально кайфовый сервер, я не знаю, для бездона, мне он тоже очень нравится. Тут бывают наборы снабжения, я хочу накопить на один набор снабжения. Самики пооткрывать, посмотреть, что получится. В общем, вот такие вот дела. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков сегодня уже с роллингами и с обновой. Всем удачи, всем пока. Бум, бесплатно сменили. Просрали 5-й талант. О, нифига себе. Посмотрите, что здесь делается. Я худею без баяна. Просто жесть. По одному герою. Посмотрите, какие герои дают. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем пока.